Для первого в новом учебном году дня в школьных дворах непривычно тихо. День начался без праздничных линеек, цветов и поздравлений. Год пошел не по привычному расписанию. На дворе лето, а учащиеся уже начали грызть гранит науки. Впрочем, причину таких перемен знает каждый сочинский школьник. Ну или почти каждый. Потому что из-за Олимпиады мы на неделю раньше в школу пришли. Потому что будет Олимпиада, и нам тогда будут каникулы. Потому что мы уже в третий класс идем. Коррективы в расписание занятий внесла Олимпиада. Пришлось не только посадить школьников со 2 по 11 класс за парты на неделю раньше, но и составить новый график каникул. Так, осенние продлятся всего 4 дня, но зато помимо традиционных зимних у сочинских школьников будут еще и так называемые дополнительные каникулы. Они начнутся в день открытия игр 7 февраля и закончатся 20-го. А весенние, что в марте, совпадут с паралимпийскими играми. Таким образом, даже начав учебу на неделю раньше, сочинские школьники ничего не потеряют. Напротив, получат в общей сложности 36 выходных вместо 30 положенных. Много нового будет с этого учебного года. Ну, во-первых, этот год олимпийский для нас всех, что уже само по себе большая честь для нас. И, естественно, новый закон об образовании, который много что приводит в порядок, в том числе и введение формы. В правительстве постановили, какой будет форма, решат внутри школ педагоги, родители и сами дети. В Сочи остановились на деловом стиле. В одних школах ограничились традиционным светлым верхом и темным низом, в других, например, в 44-й гимназии шьют единую форму на заказ, впрочем, как и в последние 18 лет. А в 10-й школе наряду с обычной носят кадетскую казачью форму. На мне надет зимний вариант – китель и брюки. Школьная форма дисциплинирует, и если взрослые постарались, она будет удобной и красивой, и школьникам понравится ее носить. Китель с погонами и брюки с лампасами – повседневная одежда у мальчиков. У девочек, помимо брюк, есть и летний вариант – юбка. Классов, в которых носят казачью форму, 15. И каждый школьник, рассказывают педагоги, один раз надев китель, уже не хочет его снимать. Да и сами дети не без гордости и не скрывая эмоций, рассказывают о своем костюме. Она подчеркивает, что мы учимся в казачьем школе, и школа названа в честь атамана Сидора Белого. Кроме зимнего и летнего варианта костюма, есть еще и праздничные. На торжественные мероприятия казачат надевают головные уборы. Кстати, примерить черкесские, пилотки и кубанки школьники смогут уже совсем скоро. От традиции, несмотря на коррективы в расписании, решили все-таки не отходить и День знаний провести, как это и положено. 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому на торжественную линейку школьники выйдут 2 числа. Все без исключения, в том числе и первоклассники, для которых этот день станет первым в новом учебном году. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.